Дорогие друзья, всех вас приветствую. Сегодня у нас будет еще одно прекрасное, замечательное предложение от компании «Нового Тольятти». Меня зовут Денис. Сегодня, значит, я вам сделаю презентацию одного автомобиля, очень хорошего автомобиля. Значит, смотрите, «Лада Гранта» в кузове седан, двигатель 1.6, 90 лошадиных сил. Этот автомобиль у нас попадает сегодня в программу «Лада Дисконт». Недавно писали комментарии, какая Гранта следующая попадет у нас в дисконт-канал. Так вот, выбрал я сегодня черный цвет в кузове седан. Черный цвет металлик, дорогие друзья. Это у нас металлик будет. Скидка от рекомендованной розничной цены будет составлять 20 тысяч на этот автомобиль. 767 у нее рекомендованная розничная цена. Я вам сделаю 747 вот этот автомобиль. Значит, также закину сегодня в Telegram. Закину в группу ВК. Контакты будут мои все в описании. Сейчас я быстро покажу по комплектации, что это за комплектация. Наружные зеркала у нас окрашены в цвет кузова, идут с повторителем. Также они идут с электроприводами и обогревом. Ручки окрашены в цвет кузова. У нас сегодня морозно, поэтому машина такая вот в инее вся. Ну, что же делать, погодные условия. Значит, черный цвет металлик. Два передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев. Электропривод и обогрев наружных зеркал. Здесь две подушки идут, водителя и пассажира. Штатная музыка. Подогрев передних сидений. В общем, комфорт, дорогие друзья, без кондиционера только. Поэтому, друзья, успейте забронировать этот автомобиль. Обещаю, не пожалеете. Кто успеет забронировать этот автомобиль, возьмет очень выгодно. Соответственно, будет ездить и радоваться. Так что вот такой вот сегодня утренний сюрпризник от компании «Нового Тольятти», от меня, от Дениса. Поэтому, друзья, до новых встреч. Жду от вас заявок. Бронируйте автомобиль. До новых встреч. Всем пока.